Добрый день, дорогие наши телезрители. Сегодня какое? 16 октября 2021 года. Мы едем на закрытие мотосезона, город Ростов-на-Дону. Прекрасный погожий денек. Мой компьютер показывает плюс 12 градусов. Сзади наши постоянные участники компании «Мотолюди», которые это все основали, двигают и продвигают, Евгений и Оксана. Они сзади едут на мотоцикле, я надеюсь, они как-нибудь меня обгонят, и мы все втроем окажемся в кадре. Но я так понимаю, что Евгений уже снимает, несмотря на то, что и молчит. Все, мой опус закончился. О, Евгений прямо рядом со мной, я его не увидел. Евгений, поздоровайся с людьми. Мне холодно. Привет! Всем привет! Ура! А теперь у нас в эфире Оксана! Тут где-то камера висела. Как хорошо с утра. Город пустой. Вообще красота. Но это не с утра, это суббота с утра, уточняй. Сори, суббота утро. А погода какая, чудо. А, вообще не говори. Повезло. А вот и Евгений с Оксаной появились в объективе камеры. Уху, Оксана. Какой красивый мод. Завидуй молча. А что, вы особенные, что ли? Чего? Не-не-не, я вот этим товарищем. А этот человек на десятке такой, чего? Я говорю, вы что, особенные? Он такой, чего? Кто-то? Конечно. Ой, вот здесь, да? Ух ты, блин, какой ветрюган. Да-да. О, зато Дон наполнился вроде. Да, Дон красивый. Ой-ка, я слышу, как резина трется у тебя об этот. А в асфальт. Прикольный звук такой. Такой кией. Да. Твою мать, как холодно. Вот так оно делает. Есть, не от всех сигнал, но есть. Ай, красавчики, красавчики. Едут все стройными рядами. Стараемся, шеф. Так, вот сейчас на ведуке аккуратно. Отсекающие есть у нас? Да нет, нету. Ну, будем надеяться на снисходительность этого одного водителя. Он вроде пропускает. Так, все за мной поехали.
Едем. Шоу начинается.